Давай, попробуй. Добрый вечер. Я ваш новый РЛ. Добрый. Привет. Так, Акма, Фредо Сантана. Так, ну начинает Акма, три стака, потом Фредо Сантана заберешь, потом Ичпачмачка. Под третий стак прожимайте там. Подожди. Кто МТ? Акмо. Подождите, меня нету там. Это Фредо Линкануть, это типо, который с вами в десятке ходит. Помнишь, Оливер? Я в ДЦ спекусь. А, Оли, это пал, да? А, это пал, нет. Лена, Клото, у тебя есть мелифласка? Отдам потом. Да, сейчас. Есть. Сейчас обмен кину. Расскажите мне, как играет... Костик, всех еще давай. На каком боссе, на кого частицу вешать, чтобы я не тупил? Да, я систы, я чекну и начну. Все. Это второе. Олег, дай сист. Сейчас. Держи. Касту чего-то не хватает. Повороте. Все, че здесь? Первый начинает так, но на трех стаках Фредо Сантана забираешь. Давай, Ичпачмачка, забирай. Я зависла. Ничего, заходи. Да, Фредо Сантана, 8 стаков. Потанчит, я ему зубы кину. Ага. Начинает кто? Ичпачмачка, забери на не, с него лучше на двух стаках. Не на трех. А то мало, я не знаю, как он просто танчить и забирать? Сакма, получается? Нет, Сакма он заберет. Ты третий. На третьем стаке забирай, да? Окей. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Сейчас рост сразу дайте. Даже время, паладин. Рост. Он первый стак на... Так, сейчас третий получит. Заберешь Фредо Сантана. Давай, забирай. Таран, ты стоишь уже. Первый стак. Прожми сейчас что-нибудь под второй. Начал, давай, Ичпачмачка, забирай. Отлично, на Акму, дайте Боб кто-нибудь. Он скинул стаки. Прожми что-нибудь под второй стак. Что мне делать тут? Так, Акма правого танчит, Ичпачмачка левого. Фредо Сантана заберешь потом с Акма правого, когда... Ну, я скажу. Акма правого, Ичпачмачка левого. Тебе попробуем. Так, сейчас он плюнет в рейд. Фредо Сантана забирай. Беги по рейду. И все, танчить и отлушать, отводить и все? Да.
Сейчас он закопается, вылезет. Дайте им ХП. Человек умер, флам ББР и черного. А черный лимон сам станет. ББР и фейкаста. Че, никто не проходит? Кто еще у нас из друидов есть? Печально. Только вред не разворачиваем его. Вчера мы умер под дыханием. И токсин. Да, я знаю. Ну, сейчас Фредо Сантана заберет. Бейте пока, захиливайте. Вот еще поддержите. Сейчас на двух танках будет. Я хочу просто, чтобы на окно не было этой... Максим. Алисиласи Берни, Эндриагу, Эндриага Берни прорицатель. Забафайте там пристабаф, лапу, инту, касочку там, кто падал. Команы падали, других. Маг падал. Бычу поставь. Снимайте берсу, прожмись. Ага. Дайте мазбаф. Куда падал? У меня, кроме танка, никого нет больше. Рыба у портала локовскую. Не хватает тигаров и каст. Я вроде да нажал. Я запускаю. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. А мы дальше только в 3 БДК пойдем или что? А, надо одного танка в ДД. Фредо Сантана, у тебя есть ДД? Да. Давай.
Акма потанчит босса, эчпачмачка, позабираешь трэш, который будет выходить из портала, из вулкана. Просто забираешь там пару елкашек и в центр ставишь под боссом. Ладно. Ты вот пепеление видишь? А? Их в первую очередь надо захиливать. Вот был бы Джемми, он бы пошутил. Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Вот я главный! Встаньте так, чтобы рейндж был. Это вам. Сыграйте поворотом сразу и хильте юнта. Примите в беги. Диспел босса, диспел. Амитериса захил. Давайте по вулкану быстренько. Захиливайте синий дух. Прожми сакру. А сакру нету. Кешки прожмите все. Сыграйте массой под боссу, чтобы сдохли эти инферналы. Алисиласи захилили. Захиливайте Алисиласи. 3 секунды, сейчас упадем. 2, 1. Пели. Киллер Стара захиливайте. Да нету. Примитив, дай гимн на Аман. Черный ремонт поставьте там. Угу. Отведи чуть-чуть там уже. Захиливайте юнта. Ждет новый противник. Подлые собаки Альянса! Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой! Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем! Поворот решил посреди рейда скинуть талан. Здесь нет. Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Турнир продолжается! Я пока свернула игру. Это заклинание еще не готово.
Я запустил. Я пока сырнусь. Победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Дайте мозгов. Фреда Сантана назад в танка. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Дайте еще 300 бафов инту. Хил здесь, да? Давай, Акма, танчишь ДК. Фредди Сантана, танчишь Вара. И Эчпачмачка, танчишь Рогу. Сыграем по Локу. Сейчас поставлю крестик. Потом по Панту. Интеллект есть, нет? Плохо, когда ты свой интеллект не видишь. Ну, вот разница то всего 200 единиц. На танке, смотри, ты врываешься, короче, в толпу, забираешь его на себя и бежишь вон к той дальней стене. Вот, а весь рейд ждет в центре, пока, ну, остальные пойдут в рейд в любом случае. Вот, если он там сагривается, прожимаешь таунт, с притяжкой его забираешь. Вот так, в общем. Так, ну я уже забыл опять, кому чего я назначил. Акма, по-моему, ДК танчит, Фредди Сантана, Вара, Эчпачмачка, Рогу. Играем сначала Лок, потом Мак, потом Хан. Вот. Сначала Ханта, да? Сначала Лока. Че, погнали? Танки начинайте, забирайте танк. Сначала по этому желтому крестику. Это такой же был, например, полипали. Сейчас он дал. Я там отыщил, как бойт. РС-ку. РС-ку, нет. Манускрипт ничего не мешает. Там присты, масс диспел, давайте проедем. Те контроли жмите, у кого какие есть фиры. Ладно. Теперь по ханту, по кружочку. Подойдите к кружочку, плесты, и ферните. У меня КД. Два чела стоят, хилят. Флямба, ты чё танчишь там что-то или чё, не пойму. Тебя все запиздить хотят. Здесь пал. Теперь по кружочку.
Главное, вы не подходите к Роге слишком близко. Дебаги локи. Капец, это ваш шаман выхерил, я его бью, бью. Так, вары бреются на нас, я его вернул. Бегает, ты нихуя не себя. Делает, блядь. Попал потом. Потом пороги или по шаману. Сейчас решу. Пороги, наверное. Мас здесь прав. Вот, сейчас было два крика Фира на ДК. Оцепенение и устрашающий крик. Второй не стан. Нет. Написано два Фира, а под ними описание. Устрашающие крики, оцепенение. Обычно у варов, по-моему, на БК было, когда в цели держишь кого-то, крик этот даешь, на нем вот это оцепенение, а кто рядом, 3 там или 4 человека, на них фир вешается, они это бегают. Ахма будет танчить правую, при этом Сантана с чпачмачкой левую. Ну, вы, соответственно, берете вдвоем белую сферу, остальные черные. Короче, я понял, как надо хилить, короче. Частицу на танка и себя хуярить, да, под крыльями? Я же знал, что это правильно. Ну, мы обычно два танка здесь танчим левую, потому что она срывается все время и там, да. Нет, танком сферы менять не надо. Запускаем. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Правую окно. Это тема. Жди СПД, тут ему дрик. Ретри ауру вторую поднимите на огонь, пожалуйста. Жди СПД, убери тотемы. Так.
Все готовы? Танки, начинайте. Фредо Сантана пускай как главный танк, там, если с него срывается. И у него там таунт на КД, тогда эчпачмачка агрит. Лучше поближе к белой, там в центре много народу стоит, чуть быстрее взять можно было. Ничего не берем. Короче, по-моему, был без... вообще без этой... без ауры. Еще раз будка стоять. Берите белую. Почему успеешь разрушить? Упустил. В могуществе Орды, паладин, мы примем любой вызов. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны. Очень плохо, что не пропало, чтобы косты им сбивать. Такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет. Так есть другие паладины, сделанные небес. Нет, ну это понятно. В первой фазе, в общем, паладины, когда он кастует там темные. Называешь, говоришь, небес. Под льдами Нордскола. Империю. Хорошо, калк будешь делать. Рома тоже может сбивать друиды. Нет, нет, не в ДД. Танки. Фредо Сантана, ты справа трэш забираешь, а Чпачмачка слева. Акма танчит босса. Акма, а в крови. Справа это уже как бы не час. Сразу с дерьмом. Калка, как будем хилить? Ты частицу, наверное, на Акму. Я тоже, наверное, да. И парели. Так будет нормально. На последней фазе нам все равно надо будет немножко не хилить. Тут наша мама. Смотрите. Я... на последней фазе, когда уже мы не будем сливать трэш, вам надо будет свести его где-то, знаете, позади рейда, вот примерно где портал сейчас стоит, локовский.
Вот, и чтобы, ну и держать этих мобов там, а кто-то из ретриков выйдет, их застанет, когда они начнут кустовать. Ну или если вы сможете там сбить всем косты, там одному можно это заморозкой разума, второму удушением. Ну лучше, чтобы какой-то ретрик вышел, дал стан или там килл. Ну-ка, пара что-то не готова. Каску по хантам, по магам. Вроде все бахнули. Давай, как мы начинаем. Забирайте мобов. Вводите под босса. Все, хлебайте их там. Играйте по трэшу. Сейчас они очень много настакивают на танках. И ну, их срубят просто. Тарам, забеги. Гости заявились, как и обещал, господин. Там певчий поет ким на ману, может это там поставить. Играйте еще по одному. Первый трэш подводите под босса, потом переводим, и второй держите уже за ридом. Сыграйте по трэшу, поклевайте, посильнее. Элем что ли откинул? Походу да. Так просто. Танков держите на фул. И метки еще подхиливайте перчиво. Всё, остальных мобов держите за рейдом. Сведите их только. Оторвался один в рейде. Так, калк, встань там где-нибудь. Чтобы дать стан, если что. Один в рейде, заберите с рейда. Оба, притяжку. Идите, сбейте каст.
Словите танк там упал. Уровня. Ловите, ловите кто-нибудь из танка, пачпачмачка, это последний танк. Танков нет, ну доигрывайте. Чешку отдайте, все отдайте. Я последний убил, да? А нет, танк еще. А, блин. Убили? Прикольно. Бегите, я не буду открывать. Какие волны, шаман, нахуй надо. Он летит. Средний бакс, говорят, нет. Че говоришь? И говорят, он ни одного цвета небес нет. Да, у шамана нет, две волны у него есть. Да, наверное. Войд. Блин, жесть. Войд, ты че, флешками хилишь? Принял. Нет, на первое, второе. Частица кидается на одного танка, второго танка ты просто нон-стопом фигачишь светом небес. Я так и делал. Значит, у тебя ноль света небес. Ноль. Как это ноль? А, не ноль, десять, десять. Ну это вообще жесть. У тебя флешек, хотя один, вообще можно не узнать. Они, блин, они очень редко, когда нужно. Крут лут сундука. Все, все тут? Или кто-то? Можно открывать, наверное. Нету ассиста, чтобы давать пати. Кому дать пати? Жильдо? Мало. Круто. Сейчас зайду. Что там, какой плащ у вас? Сильвана. Да, ништяк. Все, можно идти спать. Кто выше по ПРу? Свардкил. Аллилуйя, сука.